Так, дорогие друзья, дамы и господа, всем снова здравствуйте. Собственно, что с сервером? Произошло что-то максимально странное, а именно, когда я приготовил шоколадный пирог, у меня сервер просто взял и выключился сам абсолютно. То есть он такой, типа, работа сервера была завершена, весь прогресс, вся дата о персонажах была сохранена. Я такой, типа, чего? Ну ладно, окей, хорошо. Мы перезапустили его полностью, начали ее включать. Она запускалась. Пошел процесс загрузки карты сервака. Дошло до 300. И он меня не пустил. Написал то, что не удалось загрузить карту или что-то такое. Сейчас, соответственно, то же самое пошло абсолютно один в один. Поэтому я понял, что с меня хватит зомбоида, да, поэтому пойду-ка я здесь, соответственно, потусуюсь. В Baldur's Gate 3. Да. Как-то так. Что-то максимально непонятное, короче, происходит с этой игрой. Я не знаю что, не знаю, как это объяснять. У меня была теория, что это связано с местом на диске, но нет. Это не оно. С чем это еще может быть? Прикол, такие интернет у меня вроде стабильный абсолютно. То есть проблем никаких нет с его стороны тоже. Сплошные загадки. Так, сейчас у нас... Получается, Ирюшка загрузится. Так, где мы вообще вчера? Точнее, не вчера, а в принципе остановились здесь. Мы закончили на том, что мы перебили все гитьянки абсолютно, да, в их яслях. Причем там было только одно яйцо, которое мы забрали оттуда. Да, времена меняются. Времена меняются, это верно. Ну, блин, знаешь, самый оптимальный вариант играть в зомбоид, наверное, это играть в ванильный зомбоид, я думаю, потому что... Хотя, блин, не, ну тут моды вряд ли могли что-то мне поломать. Ни один из них уже давненько не обновлялся, если честно. У меня просто, ну, в голове банально не укладывается, что именно могло пойти не так. Причем во время игрового процесса, понимаете? Вот в чем закавыка. И это при том, что я в настройках как бы сервера вообще не копошился, другие моды не ставил, не удалял. То есть, ну... И все равно такое продолжает происходить. Можно сделать предположение, что... Зомбоид в принципе... Немножко не вытягивает продолжительное выживание, да, с кучей модов. И можно попробовать на продолжительное выживание без модов, но это же скучно. Немножко. Зато можно прям по хардкору. Не слабо так угореть, да. Но, блин, ванильный зомбоид, он такой унылый. Там столько всего не хватает, на самом деле. Жесть. Так, кстати, а вот у меня такой вопрос появился. Мы же ушли, получается, из того темного подземья, да? Где у нас был постоянно баф на защиту. А теперь он исчез. Я так понимаю, мне надо будет обратно в город там сходить. И пообщаться на эту тему. Хотя у меня фонарь теперь есть. Прошу прощения за кашель. О, что зрители сразу вниз пошел. Ну и скатерть дорожку. Эх. Так, давайте смотреть, что у нас тут есть. Давайте лутаться. Mm.
Так, ну, в принципе, здесь мы закончили. Тут можно смело выходить наружу. Без модов, кроме модов на прическе, да, не знаю. Проще, наверное, вообще взамбоит в сторонку пока отложить, не знаю, в какую-нибудь другую песочницу перекатиться на время, там поотдыхать, залипать. Но в какую тогда просто, вот в чем вопрос. Это я пока не знаю. Так, там я был. Тут везде я был. А что там было? На, еще с вами можно подраться, да? Ну, вообще, давайте подеремся, потому что мне опыт нужен как-никак. А, мы, по-моему, в прошлый раз то ли вылетели, то ли что-то такое сделали, потому что я помню, что я вроде как с ними в бой вступал, находясь здесь, и они как-то меня расклашматили, что ли, или что-то такое произошло. Half-Life. Ну, Half-Life какая-то сомнительная песочница. Хотя есть моды, которые добавляют там что-то а-ля подобное, RPG-шное, да? Но это на второй Half-Life. Нифига себе, она меня пришпилила, блин. Жесть. А чё так мощно? Вау. А этого, по-моему, не хватит, да? Да, этого не хватит. Да, тогда вот так. Промах. Позорный промах. Без матча все работает как песочница. Ни прокачки, ни сюжеты. Развлекай себя сам. Да, пингует абсолютно так же противно. Все верно. Все верно. Дай-ка вот так вот, наверное. А, это надо в упор подходить непосредственно, да, надо это. Сработало, не сработало, ты куда еще ужас-то кинул? Понять не могу. Непонятно, ну ладно. Блин, сразу троих не заденешь, да? Давай тогда вот так вот. Угу. Отлично. Угу. Промазали, к сожалению. Да, именно так. Все верно. Блин, что там? Ой, зель. Капец, кошмарят. Слепота. Интересно. Давай, добивай. Молодцом. Противная рожуха. Вредничает. Что-то они капец разваливают, а на входе. Самые мощные, наверное, ребята. Налетчики эти. Так, Лайзель пока еще жива, да? Давай. Подхил. Критический удар, и он запарировал атаку. Молодцом. Давай тебя добиваем тогда.
В смысле, цель слишком далеко? А, у тебя слепо вообще. Ты нифига не видишь, да? Тебе надо прям в упор подходить, получается, чтобы что-то организовать в этом плане. Блин, а я бы тебя не хотел вперед посылать, если честно. Да, вот так вот, наверное, сделаем. По поводу пинга в основном жалуется только Декс. Не сказал бы, кстати. Не сказал бы. У Друхари тоже большие проблемы с пингой. У меня после переезда все с интернетом стало лучше. Но вообще, если хочешь во что-то со зрителями погонять, то можно лет for лет 2 зайти. У меня куча хороших карт, много из них по халве. Или можно в Эленсворм. Эленсворм, кстати, как вариант. Давненько думал об этом. Можно действительно будет туда пойти, как вариант. Давайте ее подхиляем. И еще немножко. А, это надо прям в упор, да? Тогда давай вот так. Накинем еще. Мини-сруф. О, нет. Вот уж куда не хочу, так это туда именно непосредственно. Не-не-не-не-не, Кэп, никаких мини-сруфтов. Нет. Нет, 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 спасибо. Ладно, Джифан пускай пока стоит, наверное. Без движений. Надо было его, наверное, с этого самого отвести. А как, блин, снять слепом? Плюс у тебя же есть еще видение невидимого. Разве это работает на твой магический глаз? Но получается, работает действительно. Интересно. А, там это еще сныкалось, оказывается. Я думаю, где она? Давай. Начнем потихонечку боковать. Но, ну это хорошо, то, что ты даже туда подошла, потому что там Джифану двигаться особо не надо будет, он прям в упор ее будет магией херачить, получается. Держи. Наслаждайся. Давай-ка массовый подхил. Ожидаемый промах. Отлично. Молодец. Ты-то моя золотка. Хорошо прям прописала. Давай-ка ты вот туда, наверное, запрыгнешь, да? Даже вот так вот, наверное, поступишь. Ну, типа, привет. Давай пообщаемся. Нам это тоже сваливать надо, даже хорошо, потому что я смогу сверху стрелять по ним спокойно.
А это странный мув был. Но окей, как скажешь. Так, подползай сюда. Давай, добивай ее. Печатываем в стену. Давай-ка себя похиляй, слушай. Хорошенько. И еще немного. Давай. Так, готов. Остался, получается, последний чувачок. Да. Угу. Ну, ожидаем, а что нет? Но попробовать стоило. Убегает. Пускай бежит. Так, ладно, эти пускай, наверное, стоят, нифига не делают, в принципе. Ты давай только, наверное, прохилы покидай. Небольшие. Куда он там делся? На. Так, немного халявного опыта, получается, получили, да, еще. А, блин, перегруз. Точняк. Надо торговца найти. Кольцо мистического слияния. Фокусы слияния. Когда вы наносите урон с помощью фокуса, вы получаете мистическое слияние на два хода. Острые серебряные грани этого кольца почти впиваются в камень, вставленный посередине. Такого самоцвета тебе никогда прежде видеть и не доводилось. Давайте возьмем. Длинный меч Гитьянки мы возьмем на продажу. Интересно, зачем ему нужна была с собой гнилая морковь? Непонятно. Вообще, по-хорошему, отсюда можно тэпнуться в какой-то другой город, да? Прираши и там поискать. Как вариант. Чтобы пешком туда не идти, да? Так, давай только с тебя мы скинем что-нибудь тебе, например... Угу. Сколько у нас по опыту? Ну, нормально, кстати, скоро новый уровень возьмем. Это хорошо. Здрасте. Какое тут нехорошее дело происходило, походу. Элика. А кто это? Давайте пообщаемся. The corpse regards you. Тифлинг. Как ты тут оказалась? Road to Baldur's Gates. Blocked. Took new path. Found monastery. Remembered. Что именно? Blood of Lathander. Hidden. Guarded by monks. Decided to look for it. Ну, все понятно тогда. Откуда ты? Near Maiden's Bridge. Exiles. Чё, изгнанник к тому же.
А кто ты? Элика. Скаут. Ну, кто убил, понятно, в принципе. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Медленно и болезненно убили, получается, да? Жаль. Записка. Умирающая монахиня, которая долго пытали китьянки, пишет собственной кровью, умоляя Латандра обратить на нее свой яркий лик, унять ее боль и убить ее, забрать ее ввысь по золотым ступеням, туда, где ее боль будет оценена по достоинству. Она признает, что не выдала тайны крови Латандра, несмотря на все мучения. Владыка, надеюсь, я служила тебе достойно. Надеюсь, и я. Печально это все. Депрессивное место, конечно. Давайте еще туда сходим по соседству. Там, наверное, тоже камера, да? А, нет, здесь сломанная стенка. А, ну тут еще, кстати, стоят. Товарищи китьянки, ну давайте-ка мы с ними тогда перетрем. Занимай высотную позицию, давай. Только одного скинули, блин. Жалко. Ну ладно. Сойдет. Прошу прощения. Привет, человек, кошка. Рад, что у тебя все хорошо. Давай, мы тебя ждем, любим. И радуемся твоим успехам. Давай. Всегда приятно тебя видеть. Так, ну, добиваем, давай. До этого мы уже не допрыгнем, да? Тогда выстрели просто. Хотя бы так. О, сейчас она, чувствую, сиганет нормально так. Нет, она не прыгнула. Странно. Очень странно. Надо вот эту замочить наверху. Они, блин, своими арбалетами больно бьют очень. Жесть. Так, давай, кидай пил Лейзель. Сама давай, наверное, направляющий луч. Да, на тебя, ты меня больше всех бесишь. Мимо, прискорбно. Так, товарищ Джифан. Ползи поближе. Ничего не достаем, да? Ладно. Да, это да вот так. Хорошенечко накинем. Так, ну, это, в принципе, сволочь пока не в недосягаемости находится, поэтому давай присоединяйся к празднику непослушания здесь. Готов. Можешь, в принципе, начинать догонять ее там потихонечку.
На, в ответ. Ай-я. Вот на это я немножко не рассчитывал, конечно. Ау. Да вы достали слепо кидать, слышите? Ау. Сколько можно? Ай-я. Блин, Мадали там надо подхиливаться, конечно, однозначно. Жестко. Давай на Джифана. Нет, лучше по классике ударь. Давай. По жопе. Так, одно откинули, хорошо. Да, вот это на себя. Угу. Так, ну что, коза, пришло время пообщаться, да? Промах. Жаль. Ты сможешь нам подсобить? Сможешь вот этим, в принципе, давай. Призовем себя. Помогай тут. Отхиливается засранка. О, ништяк. Блин, вырубила все-таки, да? Там еще рука есть. Она сможет попробовать добить, в принципе. Здравствуйте, Декс, еще раз. Здравствуйте, здравствуйте. А, ты на себя только кидаешь, понял. Да, давненько, да чё? Забросили зомбоид, считай. Вот сижу, думаю, какую игру вместо него подобрать потом, чтобы, ну, чилить, да? По выходным. Пока не придумал. Пока в раздумьях нахожусь. Зомби армия 4. У меня ее нет. Это во-первых. Во-вторых, она, ну, проходится. Она короткая. Купить? Не, я сейчас ничего не могу купить, потому что у меня сейчас деньги ушли на чужой кредит. Поэтому пока что я приобретать ее не буду. Ау. Она еще и труп выкинула с этой самой. Смотри, какая она наглая, блин, пипец. Вот дает. Дипрок? Дипрок, в принципе, кстати, вариант. Посмотрим. Я посижу, покопаю, что у меня там есть, в принципе, такое. У меня, кстати, идейка появилась, что конкретно... Сейчас, погодите. Прошу прощения. Что конкретно можно? Блин, как меня достал кашель, я не могу уже. Можно разок выбрать игру, которая есть у тебя. А ты напиши, какие игры у тебя есть. Нагласите весь список, говорится, да? Когда монтировки? Вы монтировки хотите? Half-Life начинается. Так, добиваем квартирмейстера местного. Never a
dull moment. Так, Джифан, ты можешь шарахнуть ей там хорошенечко? Best be on my way. Сойдет. Я-то промазал, как назван ее просто. Ты побегал. Тут главное, понимаешь, загвоздка, ну, потому что я могу про них забыть внезапно. А так можно следующего 7 часа, допустим, устроить. Подосмачиться. Добейте вот это, пожалуйста. Спасибо. Какая-то наглая. Джифан, добей, пожалуйста. Спасибо. Ой, жесть какая-то. Надо все равно идти в лагерь, отдыхать там. Верментайт? Мы разве не играли... Не, мы же играли Верментайт. Второй. Первый мы как будто бы запускали, но я не помню, чем это все кончилось. Ну и типа вы сейчас предлагаете именно варианты наподобие Serial Sam'а, то есть, а это немножко не то, что я имею в виду. Я имею в виду игру вместо Зомбоида. Прям полностью вместо. Давайте, короче, так, наверное, поступим, пока Зомбоид поставим на паузу, наверное, да, в среду, соответственно, вернемся к Serial Sam'у второму. В него побегаем. В субботу, наверное, может быть, тоже его допройдем. А дальше уже видно будет. Вот. В принципе, варианты-то есть, как бы, да? Надо просто, как обычно, выбрать. Что самое сложное. Чаще всего. Амулет клеймения. Клеймить слабых. Амулет выглядит тонким и изящным, на шее ощущается довольно увесистым. Что за клеймение слабых? Выявите уязвимые места противника, они станут уязвимы к дробящему, режущему и колющему урону. Это, кстати, интересная тема, это можно отдать тебе, например. Озлобление Вертиана. Невзирая на свою обманчивую легковесность, этот клинок пронзает самую крепкую броню без особых усилий. Подобно тому, как священный анархический меч Кариона Лоритиана протыкал сердца злобных орков. Полуторка, ну дайте его и Зель отдадим, пускай она смотрит. Латы. Симпатичные и дорогие, к тому же дайте возьмем. Старбаунд? Старбаунд немножко не от меня зависит, кстати. По поводу Старбаунда надо тормошить, как странно, Друхари. Да, вот. Пускай он организовывает сервак. У него там и мысли есть на эту тему, и концепт, как бы, так что тут уже все от него зависит. Я ему говорил, чтобы он уже поднимал, типа я бы туда залетал периодически погонять точно. Так, опять перегруз, да? Где у меня зелье всем? А где? А, в смысле? А как сюда добавлять?
А. О, все, нормально. Так. Ну, мы, получается, тут, по идее, вообще все зачистили, да? Давайте пойдем через то местечко. Ну и сейчас пойдем к торговцу распродаваться. Так. Убежище с Зентарим. Давайте, наверное, туда отправимся. По-моему, это туда нам надо. Там лагерь, соответственно, находится. Потом сюда вернемся и пойдем дальше изучать местность. А, стоп, это просто лагерь. Блин. Ладно, придется немножко перерать этот момент. Одну секунду. Так, а где мой сундук? Вот он. Надеюсь, что он тебе ответит. Так, черепа. Давайте спать ложиться. О, господи, это еще кто такой? Supreme Kithrak. Has Vlakith sent you to slay me with your own blade? Ну, они бы меня уже замачили, я думаю. I've come to kill you, Lazel. I've come to aid you. О, как. Don't trust him. Опять начинается. Skakek Kir Gith Shabeleth. My blade rests. Mother Gith compels you to listen. Пусть делает, что сочет нужным. Speak. My ear is yours. I know you carry the astral prism, Lazel. Within it lies the seed of Vlakith's demise, and I intend to help you bring it to fruition. Vlakith's demise? Skakath! I should run you through for suggesting it. Ты говоришь о ком-то, кто внутри, ты знаешь, кто это? If they have not said, they must have good reason, and I won't be the one to betray them. But the one inside's chosen you as an ally, protects you with their power. That very power will be the end of Vlakith's tyranny. The Prism's tenant must be let loose. I've sought their freedom for eons. When the Prism went missing, I feared the worst. Instead, you've granted the opportunity I've so long awaited. All that remains is the key that unchains them. And I've found someone who I believe can provide it. Bring the prism to Baldur's Gate. I'll be waiting in a taproom called Shares's Caress. That is where we decide the fate of my people. Lazel, together we will break our chains. And be Vlakith slaves. Я ему как-то больше доверяю, если честно. The Undying Queen is my freedom. It is she who will purify me, and she who will ascend me. Но Лейзель как-то странно, кажется, ведет. Every last one. There is no purification, no ascension. Она же, ну, в курсе, то, что нас королева прокинула. Purify, it extracts memory and kills the infected. Nor does the Lich Queen glorify the ascended. She feeds on most all of them to grow her power and pursue godhood. Это больше похоже на правду. You flood me with this heresy. I will hear no more of it. Про зайти с контакта правду говорит, ты должна ему довериться, я считаю. Все это одобряют. Даже она. Я удивлен.
Я думал, она наоборот сейчас бич начнет. Served Flacket the whole of my life. Learned her words, fought her battles. Yet she names me a Sherlock. Your words carry truth. I will meet you in Baldur's Gate. Do not make me regret it. Lazel, I see Talakmagir in you, sister in freedom. Together, we will be our people's light. Take this. It is a Quanith, a psionic detector. The Queen's warriors hunt you. The Quanith will sound you out when you come near their portals. Hear its cry and prepare for battle or slip away. Халявный опыт. I should go. Отлично. Flacket's gaze pierces the seas and skies. She believes me loyal, and I can't afford her mistrust. Keep the astral prism close. Let no one take it from you. Slay any who try. Now to Baldur's Gate. I'll be waiting, Lazel. Он на Бивз похож. Если честно. Любопытно. Ярость королевы Лича. Встать на сторону боссов в противостоянии с богиней. Дали нам детектор, получается, да? А где он в инвентаре у нас лежит? Вот он. Из этого необычного устройства строится едва уловимая магия. Оно тянется, ищет, слушает. Но его не надо использовать, поэтому... Так сойдет. Так, лечь спать. Кто-то еще хочет в лагере с нами поговорить. Наверное, Лейзель. Стоп, а где все? А, вот, здесь. Харов куда-то исчезла, кстати. Давайте пообщаемся. Flacket cost Sivim Hroth Crashet. Only in Flacket may we find light. These were the first words I ever read on Tirsu's slate. But they are no mere aphorism. They are law. They are creed. The root from which the 10,000 protocols stem. 10,000 статей. Пипец, вы что, с ума сошли? And forsake Flacket. Forsake Flacket. And be the blood and meat which sates her dragons. If Vos speaks true, if Ascension is a lie, if Tadpole purification is a fairy tale, then I have not sinned against Flacket. She has sinned against me. Воу, вот это правильный подход. Одобряю. Что означает вознесение на самом деле? Ascension is a young Githyanki's greatest honor. Long ago, the Geth enslaved my people. They dominated our minds and bred us for war. Until Great Mother Gith took a hammer to our bonds. From the day of our hatching, young Gith have one purpose. To train hard enough to slay a Geth and take its head. Then, we speak the rite of ascension, and a red dragon comes to fly us to Flacket in Tunarath, City of Death. We are honored with an eternal home in the Astral, celebrated for our victory. We are ascended. Or so I believed. Звучит, конечно, максимально пафосно. Вос назвал Flacket тираном, значит, ты готова с этим согласиться? I'd never thought Flacket a tyrant or me as a vassal. She was the source of my might, and I the envoy of her will. A warrior, a champion, a destroyer. But if Vos is right, and Flacket consumes the ascended to gain power, then I am no destroyer. I am mere livestock, bred to be harvested and devoured. Every Githyanki is a slave with a singular purpose. Not to cull the Geth, not to prevent their grand design, but to raise Flacket to true godhood.
А в призме кто находится? I don't know. I can't know. And that drives me mad. At first, I thought them an illithid deception. Ну вот я тоже так думал, что это действительно элитистские. But the dream figure is real. It lives Приколы. In the prism. Voss believes they are the seed of Vlakith's demise and the agent of Githyanki freedom. And I believe he may be right. Да, но если этот Voss за астральную личность вот эту, да, то почему она просила нас ему не доверять? А если Voss ошибается, что если он не прав? Vlakith говорит правду. Then, when the Githraki come for me, and come they will, I will submit to their blades. They would feed me to their dragons, and I would deserve no better. Блин, ну походу нам придется драться с драконами. Этого, конечно, я бы не хотел. Yes. I'd like time to think. We'll meet Kithrak Voss at Charessa's Caress in Baldur's Gate. Until then, be vigilant. Vlakith's eyes are upon us. Звучит, конечно, мрачно. Ну ладно, отдыхай. Так, ну все остальные вроде бы не хотят с нами пообщаться, они вообще в принципе исчезли, поэтому пошлите спать. Мне даже, кстати, не пришлось выбирать еду перед сном почему-то. Ну я и не против, в принципе. Пошлите из лагеря. Так, я так понимаю, меня, наверное, обратно в ясли вернёт, да? Угу. Что ж. Не знаю, я вот стал замечать, да, то, что я какой-то слишком подозрительный становлюсь в компьютерных играх, то есть я никому не верю на слово обычно, что приводит к довольно одиозным ситуациям, как в том же самом маскараде, который мы проходили. Здесь вот тоже все как-то не особо хорошо кончилось, я считаю. А, мы здесь? Ну нет, давайте мы, наверное, все-таки... Как-то так, тэпнемся. Так, вот только куда? Последний свет. По-моему, куда нам надо, да? Другари как-то долго пишет про Starbound. Он, наверное, просто это самое. Всячески там ее расписывает, расхваливает, да? И же с ним. Привносит, скажем так, свою душу. В Starbound. Ты, главное, верь, надейся и жди. Не обязательно дождешь ответа. Так, мне на самом деле сейчас надо будет на легкую паузу отойти буквально на пару мгновений. Давайте мы, наверное, тогда сейчас встанем где-нибудь удобненько. Блин, вы знаете, я вот сейчас мысленно зомбой отпасал далеко и надолго. Мне так легко на душе стало, как будто я оковы скинул какие-то. Жесть. Так, ну давай сначала с тобой, наверное, поторгуем немножко. Так, давай мы тебя сначала разгрузим, наверное. Ну это по утркам. А, тут новые шмотки, смотрите, появились, кстати. Это хорошо. Но маленькая пауза. Буквально на пару мгновений сейчас отойду и вернусь.
прошу прощения. И я вернулся окончательно. Так, ну тут, по-моему, как-то ассортимент вроде бы обновился, но не полностью, я посмотрю, да? Угоровство можно обрести в страданиях от прощей и стрел неистового рока, но там же можно встретить и свою смерть. Лучше быть начеку. Дает щит. А смотреть я тут не могу, что ли? А если так? Так могу. Щит. Когда палом должен ударить враг, ваш класс брони увеличивается на 5. Вы не получаете урон от волшебных стрел. Любопытно звучит, в принципе, но, наверное, пока воздержусь. Перчатки. Защита от снарядов. Понятно. Перчатки сбалансированных рук. Это напарное оружие. Это ткань. Ткань. Легкая броня. Средняя броня. Это мы все видели. Угу. С тобой, в принципе, все понятно, да? Кольцо у тебя на брызги, которым ты особо не пользуешься. Даже можно, в принципе, продать, я думаю. Давай. Так, у тебя что происходит? Давай посмотрим. Продавай арбалет. Амулет клеймения звучит интересно, кстати. Держи вот так. Глаз наблюдателя. Можно его, в принципе, в сундук закинуть, наверное. Я все равно этими лучами особо не пользуюсь. Кольцо щедрости оборотня давайте продадим все-таки. Облако тумана можно продать, я думаю. Хотя... Ладно, пофигу, уже продал. Пофигу. Так, можно стрел, наверное, накупить, кстати, на будущее, как вариант. Громовую давайте возьмем. Сойдет. Так, зелий у тебя мало. Можно докупить. Давай. Плюс у тебя куча свитков еще. Ну, пускай будут, наверное. На всякий случай. Прошу прощения. Шляпа неукротимого Кусига. Обнажить их слабости. Когда владелец наносит урон атакой без оружия, он получает бонус. А, ну это... На монахов, опять же. Доспех теневой защиты. Это я принес сюда. Так, с тобой все понятно. Угу. Так, ну цепь защитника продаем. Сапоги морозного иния продаем. Арбалеты я не использую особо. Мечи гитьянки, церемониальная булава. Пофигу, давайте тоже продадим. Доспехи давайте тоже отдадим. Дополнительно тебе можно взять еще... Два зелья великого лечения. Just in case. Можешь, Айван, продавай пофигу. Так, для тебя тут ничего нет. Джифан, о мой бог. Давай смотреть. Как много барахла у меня дофига внутри. Так, кольца. Стихийная зарядка можно продать. Подавление разума. Можно продать. Мистическая мощь. Можно продать. Подвеска разрядов. Ну, лучше, чем, на самом деле, амулет охотников на аберрации, потому что охотник на аберрации дает бонус только гитьянкам непосредственно к интеллекту, да? Поэтому можно его продать, в принципе. А, стоп, я какой-то не тот продал. А что, я продал? Вот этот, что ли? Да, стихийного усиления. Не, давай вот так вот, наверное, все-таки...
получше будет, я думаю. Так, обруч. Ну, это гитянкам больше подойдет. Диадема мистического слияния. Ме. А, уже кончилось золото, да? Понял. У торговца кончилось золото. Ну, понятно. Бывай. Так, вообще у меня прям дофига красок разных в инвентаре. Насколько я помню. Да, драконьего генерала, сливого кровавая. Ну, сойдет. Кстати, мы ее потратим всю, наверное, тогда сразу. Станем помрачнее немножко, получается, нам. Эти же краски ничего не дают, по сути, кроме внешки. Насколько я понимаю. Ну да. Так. А у меня здесь метка какая-то, кстати. Изучить всего низкое сопротивление. Обследовать, наверное, последний свет. О. Но мы этим потом займемся здесь, потому что мне пока что надо в другое место сходить. Так, а где тут кузнец? Вот он. Я хочу еще все-таки разобраться с яслями и то, что там находится поблизости. А, давайте тоже продадим. Так, кольцо мистического слияния, да, обруч тоже забирай. Ну, это то, что я ему сюда принес в прошлый раз. У него, в принципе, ничего нового так на беглый взгляд нету. Все, пошли отсюда. Да, вот так вот сделаем. Так, ясли Иллик, погнали. А в смысле получен предмет рюкзак с кого? У меня кто-то из отряда, что ли, вылетел? Да вроде бы не должен был. Интересно. Чего бы вдруг появился этот таинственный рюкзак? Надо, кстати, покопаться в рюкзаках, наверное, в инвентаре, которые валяются. Посмотреть, что у меня в них лежит. Ну да, все мои сотоварищи в отряде находятся. Так, ну тут у меня еда, тут у меня ягодки. Ой. Тут немножко неудобно, конечно, эта система с сумками организована. Угу. Готово. Все, уходим отсюда. Мы здесь, в принципе, сделали все, что могли, да? Да. Давайте дальше изучать, соответственно, округу. Джван, ты можешь как-то оружие убрать? Не знаю, ты меня напрягаешь. Нет, он хочет быть страшным и пугающим. Ну ладно, пускай.
Самоутверждается тогда. Так, смотрим, куда мы можем тут пойти, в принципе. Там мы все осмотрели, но здесь можно начать ходить, да? Ну вот там не были, по сути. Найти на выход. Где-то там, помнится, были такие чудесные вещи, как вагонетки небольшие, я бы сказал, да? Которые могут нас обратно вернуть туда. Слушай, красивое место все-таки, а? Кстати, я вот что обратил внимание. В игре, по-моему, нет динамической смены суток. Даже жалко немножко. Но оно, в принципе, и понятно, почему. Ну да ладно, но вот в Divinity вроде как это все было. Так, если я отсюда пойду, то я особо никуда не приду, но... Да, логично использовать именно тележку эту. Канатную дорогу, точнее. Вайзель не хочет присоединиться к нам? Хочешь, поехали. Выглядит максимально ненадежно, если честно. Ну да ладно. Приехали. Так. Ну тут мы везде были. Нам остается только туда идти вниз, получается. Обрушившаяся нора. Мы там не смотрели, кстати, давайте глянем. Но там ничего нет ожидаемо. Так, ну с тобой мы общались уже, я помню. Да, вот мы начали сюда идти, а там потом начало это возникать. Давайте двигаться дальше тогда здесь. Сюда или сюда? Давайте, наверное, сначала наверх пойдем. В эту сторону. Кукабара бесится, я слышу. А, мы же, кстати, еще с какой-то птицей говорили. Она нам сказала, типа, иди замочи каких-то там орлов. А где этот квест, интересно? А что-то я не вижу этого квеста. Ну, значит, что это не квест получается, да? Ну, походу. Ладно, тогда пока не будем думать об этом. Может быть, нам вообще в другую сторону надо пойти. Кто знает. Так, здесь что-то прям очень агрессивное живет. Какая-то негативная тут аура, откровенно говоря. Так. Дорогой друг. Кто вас здесь замочил? Написано в лагере гоблинов. С гоблинами у меня разговор короткий обычно. Да и тела безмолвны, кстати. Ну, пошлите, пообщаемся. Отправляемся к гоблинам. С ними потешно драться. Блин, может в Дейс вернуться. Мне вот такая шальная мысль пришла, она вместо зомбоида. Блин, но Дейс он такой душный. 10 лет бегаешь, да, собираешь всякие
консервы, блин, потом тебе просто из куста прилетает в голову. От залутыши и все. Вот и весь геймплей. Не знаю, подумай об этом. Надо об этом подумать. Лагерь гоблинов. А, это сюда аж тропа ведет. То есть я отсюда типа должен был вернуться. У меня также висит метка на чайный домик. Что же это может значить все-таки, а? Можешь загуглить. Блин, игра категорически не любит, когда альта будет мне, если честно. Ну, давайте попробуем. Чайный домик. Висит задание. Во, кстати. Ну, говорят, что это баг. Там не баг. Внимательно обследуйте пещеру, где были ветви с газом и взрывающимися ловушками. Там, оказывается, еще есть еще одна дверь, через которую можно пройти с маской Карги. За ней пещера пока только начал исследовать. Вернуться через камин, поговорить с освобожденными. Хочу ли я этим заниматься? Просто вот в чем вопрос. Пока нет. Поэтому давайте пойдем. Тут побегаем. Потом, может быть, туда телепортируемся. Так, что у нас тут? Шлем огненного кулака. Давайте заберем. Приют Увакин. А, ну все получается. Мы эту локацию полностью осмотрели. Давайте к приюту Увакин сходим все-таки, да? Сообразим, где это нас выкинет. Уже дальше будем действовать соответствующе. Может быть, действительно сходим к... погибшим разумом, если можно их так назвать, конечно. Так. Ну, это нас далеко, конечно, от чайного домика выкинет. Да, очень далеко. Тут эти, да, между собой возюкались. Туда, если и перепрыгнешь, то там ничего не найдешь интересного. Можно здесь телепортом воспользоваться, в принципе. Вот сюда надо куда-то идти, да? Потому что пешком топать как-то далековато будет, я считаю. Что-то Ice of Peace заинтересовало. Но я пару так кадров видел, знаешь. В принципе, действительно выглядит любопытно. Она у меня в желаемом висит, но когда я до нее доберусь, вообще неизвестно. Может быть, даже никогда. Особенно учитывая то, что это, ну, душеподобная игра, у меня взаимоотношения с душными играми не самое такое, я бы сказал, радостное. Хотя вот Remnant. Хорошая вещь. Так, чайный домик, ну пошли. Посмотрим.
Мне вроде как сюда по ступенькам надо спуститься. И здесь вроде как поговорить с пострадавшими, но они все мертвы? Нет, не все, вот чувачок стоит. Но с ним пообщаться нельзя. С ним можно, зато давайте пообщаемся. Is the hag gone? God, tell me she's gone. Oh, please. Она мертва, тебе больше ничто не угрожает. May she burn in the nine hells. The hag. There's never been a more vile creature. The things she did to me. Как ты вообще тут оказался? I was a fool. I wanted to know my fate. I had a choice between two lives, and I was frightened of choosing wrong. I asked the hag to help me see what the future would hold. Got what I wished for, too. I saw my future self. A corpse. Rotten with maggots. And everyone around me dead. Putrid and dead. Ты упоминал некий выбор между чем и чем ты выбирал. A boring story. Stay or go. Marriage and kids or a life of novelty. I lost my best years rather than just choose. О, ирония. Уходи, пока есть такая возможность, и будь осторожен. Yes. I will. Thank you. Да, беги, беги. Так. Но с этим я все еще не могу пообщаться, к сожалению. Давайте посмотрим, есть тут кто-то еще или нет. Воспоминания об этом месте не приносят мне радости совсем. Маски. Ну а тут уже сама ведьма непосредственно была. У всех провал внимания, кстати. Гномик Убень. А, ну это можно просто сломать. Ну давай сломаем. Раз предлагают. Бонь. Да. Это ни к чему не привело. А, можно же Собакина призвать. Шкряб. Так. Вот опять провал внимания, кстати. Потому что ловушки тут. Цветочные вот эти. Да. Ой, блин, это душное место, я помню его. Ладно, давайте подправим наших так, куда идти, пускай. Блин, собака, которая так ползает, конечно, жесть. По деревцам. Тут, по-моему, тоже ничего интересного не должно быть. Угу. Голова свиньи можешь взять, не знаю, с собой. Да, но зачем? Угу. Грибной круг. Ну это просто меня кинет в Underdark, который мне не особо нужен. А, нет, это в трясину меня вообще выкинуло. Но квест на чайный домик все еще висит, кстати. Там разве что с этим гномом можно пообщаться, но он не особо общительный. А завалить вам об этом, да?
Кривой чайный домик. Чего же я тут не замечаю такого, интересно? Не понимаю. Так, ну по-хорошему мне надо еще одну паузу небольшую взять, если честно. На чуть-чуть подольше, поэтому давайте я вас оставлю у камина. А сам скоро подойду. Заодно попробую выяснить, что ж такое требуется тут сделать. Не теряйте меня.
Так, все, прошу прощения. Теперь, надеюсь, без пауз обойдемся. Угу. Так, ну я немного почитал на фоне, да, по поводу вот этого вот места. То, что я замочил, конечно, в людях в масках, не самая хорошая тема, откровенно говоря. Это мы сделали немножко зря, но походу из-за этого этот квест и будет висеть у нас до бесконечности. Либо мне надо как-то с гномом пообщаться, но гном с нами говорить особо не хочет, поэтому... Fetid smell assaults your nostrils. Dead flesh lies below. A great deal of it. И спите с колодца? Нет, конечно. Вы что, с ума сошли? Пить гниль колодезную не хочу. Вдруг Декс хочет монтировать, потому что он тренировался с лучшими игроками, в то время как я вообще не заходил почти что. Так и я тоже не заходил почти что. Так что мы с тобой в этом плане в одной лодке будем сидеть. Так, ну... Давайте на объятое тенями поле боя отправимся. И сейчас двинемся дальше, выходит. Надеюсь, нам автоматически навесят баф на сопротивление тьме. Да. Нагибающий декс. Ну и это еще пока не доказано. Это пока еще не доказано. Блин, можешь римку установить, но это надо дополнение докинуть. Отсутствующее. Ну, я имею в виду вместо зомбоида, да? Загадочно. Просто-напросто загадочно. Ну, в очередной раз начинается с нуля в зомбоиде, я явно не смогу. Уже выше моих сил. Так, разрушенное поле боя. Да, баф кидается автоматически. Замечательно. Как у нас тут много квестов. Жесть. Дом с цветами. У нас там квест висит, кстати. Еще вот куда можно сходить, я помню. Давайте глянем еще раз на этот дом. Хотя, что мы тут еще можем сделать, конечно, не совсем понятно. Опять с мелким побазарить, разве что. Ну, это такое себе. Not back to gloat, are you? Nobody likes a bad winner. I still think you might have tricked me. If you did, I'll figure it out. Кашель этот достал. Так, ну нет, я не вижу, что здесь мы можем сделать, если честно. Фонарем разве что на него посветить, но... Так себе, ну давайте попробуем, конечно. Где он у нас тут, это сломанный? А, это тоже сломанный, я же все сломал, да, точно. Медальон Марины, это, по-моему, той самой девушки, которую мы вообще спасли. Так, вот, филигранный фейский колокольчик. Использовать. Мы живем в волшебном спектакле, который поставил какой-то безумец. Hey, you're not supposed to know that. Eat dirt. Она превратила меня в кабана, чуваки. What the fuck? Окей.
Не, я, конечно, подозревал, что я где-то глубоко в душе, да, тоже являюсь кабанчиком, но... Чтобы настолько... Блин, ну окей, хорошо, а что с дом с цветами надо сделать? Что там надо сотворить? Давайте тоже загуглим. Да, вот, как убрать маркер задания дом с цветами? Это не баг. Надо пройти другой квест. О как. Ладно, понял. Следующие квесты мы, пожалуй, гуглить уже не будем. Так, ну отправляемся. Куда нам надо пойти? Там. Ну, давайте, наверное, туда пойдем. В ту сторону, да? Там, конечно, меток квестовых у нас нету, но... Там, по идее, тупик. Да, там, где тупик, можно спокойно все досмотреть и потом уже пойти дальше по квестам. Угу, да. Так, я потом повернул сюда, получается. Там вышел к горному перевалу. Давайте сохранимся. Что у нас тут? Местечко, конечно, мрачное. Но здесь спуститься нельзя вниз. Туда, по идее, скидывали просто тела, видимо, да? Да. Угу. Давайте на выход. Так, что у нас тут? Гнездо. В гнезде голова. Походу, тут очень большая птица тусуется. Где-то поблизости. Плюс там какой-то подозрительный сундук стоит. Still alive. So that's progress. Wonder if the gods are watching me. Так, берем все это добром и спускаемся вниз. Можно, конечно, туда сигануть, вот там пошуршать, а ну там можно пешочком дойти. Вот эти, что ли, тусуются? Нет, внимание только на Джифане было. А-а-а. Интересно. Письмо. Дорогая мама, ты про меня забыла, это очень плохо. В прошлый раз, когда я забыл завязать шнурки как следует, ты дала мне в ухо. Надеюсь, теперь тебе тоже кто-то даст в ухо. Но, если можешь, возвращайся, пожалуйста. Или, если встретишь мистера Лупердидла Сварса, отправь его, потому что он знаменитый и умеет помогать людям, а мне надо помочь, мам. Мне неуютно тут в темноте, она шевелится. Шевелится, мне больно, и голова у меня как каша. Больно. Помоги мне, мистер Свай. Мам, ой, мам, прости, что я не был храбрый. Немножко пугающее письмо. Если честно. Но более тут ничего интересного не наблюдаю. Странно, что здесь никого не оказалось, кстати, в плане врагов. Я даже немножко удивлен. Ага, я так и знал. Как чувствовал.
Блин. Ну, Джифана, походу, ГГ пришел. Да. Или нет? Да. Давай, залезай наверх. Будешь сверху настреливать. Критический промах. 10 из 10. Стрел уже это колющий урон, наверное, да? Ну, я надеюсь, по крайней мере. Так, давай сюда, к этой толпе. Критический удар, молодец, добивай. Не добила. Давай заново. Молодцом. Я немножко забыл то, что они взрываются, если честно, но ладно, бывает. Промах. Жаль. Кидаем под хил. Стой пока там. Так, Джифан, держись. А, ты не можешь двигаться, в принципе, да? Ну, выпей зелье, во-первых. Вот так вот. А, все еще не можно. Ну, хотя бы так. О, неплохо. Слушайте, кого из собой действительно работает. Нормально. Давайте мы вниз пойдем. Иди добей. Угу. Остался последний враг, да? Ну да, вот чувствую за то, что мы подкачались все-таки, да, потому что в прошлые разы, когда они нас врасплох заставляли, заставали, точнее, они прям нас сбивали очень сильно. А сейчас даже и не страшно особо. А в смысле, куда я дел? Ёпарный стык. Погодите, колдун. Как открыть свою книгу заклинаний, интересно. Вот, все. Не теряй больше, пожалуйста. Спасибо. Блин, почти набили. Ладно, да, мы тебя сюда пошлем, наверное. Дико врежь ему. Угу. Хорош. Наказан. Блин, ну чуть-чуть осталось ведь, а? Дай вали отсюда. Хе-хе-хе. Найс.
Так, восстанавливаем ХП. Отлично. А я говорил, что тут какая-то засада и подлянная ощущается из-за этого сундука. Так, в принципе, и оказалось. Морозный принц. Каждый сапфир на ощупь напоминает колючий ледяной кристаллик. Что это? Метнуть осколок льда, который наносит очки урона колющего, кстати. Это интересно, кстати, слушайте. Да, мы тебе, наверное, дадим, да? Может быть, ты будешь этим пользоваться. Хотя, блин. Ау. Комбина такая себе. Можно ВСЛ кидать, как вариант. Ну, я подумаю. Так, что-то нашли. Тоже. Ле-сундук. Берем. А больше тут, наверное, ничего и нет. Да, только гнетущая сплошная пустота. Крепим. Уходим. Да, нам тут особо никуда не пройти больше. Да хватит там кричать, вы чё? С ума сошли. Догоняют? Да, догоняют потихонечку. Потихонечку бегут. Так, куда нам? Здесь все, значит. Ну, тут, получается, надо походить, посмотреть. Гильдия каменщиков. Артакулах. Наказать нечестивых. Лунные башни. Тифлинги. Ну, пока давайте, наверное, здесь походим, потом через мост пойдем. Сколько нам до уровня осталось? Ну, не так уж и много, кстати. По-хорошему, надо бы с собой, наверное, еще братанов призвать, да? Всяких скелетов разных и тому подобных личностей. Чтобы бегали. Со остроглазкой можно побазарить, кстати. Но для этого надо внешность менять, поэтому, воздержусь. Не хочу. Готово. Что же у нас тут? Монетки. Немножко монеток. Понял. Ключ. Интересно, от чего? Сундуков я тут не наблюдаю. Записи речи Китерика Торна, с которой он обратился к войскам перед победой над друидами и орфистами. Берите. Вот, берите, я отдаю его вам. Это золото, друзья. Те из вас, кто жаден и труслив, забирайте мое золото и ступайте прочь. Этого хватит, чтобы согреться зимой. Но холодными и одинокими зимами, когда вы будете смотреть на купленное пламя в купленном очаге и видеть вытребованный покой, вы поймете, что ценой за этот покой стала ваша гордость. Подходите же, берите, набивайте карманы и уходите. Мы, те, кто не боится, не станем вас останавливать. Но мы не узнаем зимы, когда впустую тратятся монеты сожаления. Мы узнаем кровь и ярость, и я клянусь, мы узнаем триумф, достойный пламени небес. Против нас выступает сборище глупцов, так пусть они будут нашей казной. Давайте разграбим их, друзья, давайте разбогатеем под их крики. Какая пафосная речь. The dead of the Emerald Enclave. They lay here ever since their war against Catherick Thorn. Довольно древняя война получается. Так, что у нас тут? Очередной сундук. Беспонтовый
Ага. А как туда залезть, интересно? Видимо, прыжками. Давай тебя и тебя. Так, Уизай, сопровождай, пожалуйста, Джифана. Тут одному жутко ходить, если честно. Мало ли кто выпрыгнет. Да, выглядит действительно пустым, не врешь. Тут вроде бы особо ничего нету больше. Кроме одинокого сундучка. Блин, жалко, что с этой фигни стрельнуть нельзя. Было бы здорово, если бы разрешили. Я бы не отказался. Так, что там вот можно осмотреться, да? Давай. Тут тоже ничего интересного. Абсолютно. Что ж, возвращаемся назад. Все, соединяем отряд воедино опять. Продолжаем движение. Там что-то таинственно подсвечивается. Мне не нравится это место. Чувствую что-то плохое. Но, видимо, зря. Потому что как-то никто на нас и не нападает даже особо. А. Что ж. Пусть так. Dark Justicius, who fell long ago in service of Shah and Catherick Thorne. Ультиматум. Блин, я череп случайно взял. Не, ну как случайно, череп мне так-то нужен. Генералу Китерику Торму, настоящим извещаю вас, что командование объединенных сил орфистов и союзников единогласно постановило сложить оружие и признать свое поражение от рук темных юстициаров. Орфисты противостоят злу, где бы они его не обнаружили. Так гласит наш кодекс, которым мы и руководствовались. Однако тот же кодекс, как мне, увы, хорошо известно, гласит и следующее. Но сражаясь, они всегда помнят о последствиях своих поступках. Мы не вправе допустить, чтобы из-за наших действий страдали жители Рейтвина. Война будет стоить жизни многим жителям побережья мечей, а быть может и не только его. Таково мое слово и таково наше решение. Хельбин Арунсун, полномочный представитель Совета Высших Орфистов и его союзников. Ниже поперек листа написано одно слово. Отказать. Ну правильно, блин. Лучше никому не сдаваться. Dark Justicius. А бороться до конца. Это как вот говорил великий в определенных кругах человек. Тот, кто говорит, пацаны, не бейте лучше обоссы, будет бит обоссом. Ну вот, пожалуйста. Наглядная демонстрация. Так, мертвая гитянка тут лежит. На этом замысловатом диске выгравирована карта. Схожая дорога змеится по горному перевалу. В холмах расположен большой храм, а в храме Гитьянки устроили защищенную крепость. Символами изображено их задание. По велению королевы Гитьянки они должны были добыть многогранную реликвию.
Ну, это получается вот то, что у нас есть, да? Так, ну здесь ничего нет. Пошлите в эту сторону, сходим, посмотрим. Именной труп, кстати, какой-то валяется, древний причем. Инквизитор Верзен Ренвард. Дневник заполнен аккуратным убористым почерком, указывающим на аналитический склад ума автора. Один из гостей подземелья любезно поделился с нами новой зацепкой и слава водоичный шар, что вдохновило нас на создание тисков. Наш гость рассказал о заброшенном доме. Координаты прилагаются, который, как говорят, раньше принадлежал горошечнику, а теперь служит тайным местом поклонения для остатков силунитов и их приверженцев. Есть, конечно, вероятность, что наш гость предоставил ложную информацию в надежде прервать свои муки, но я в этом сомневаюсь. От его признания веяло грубой, неупрекрашенной правдой. Я немедленно отправляюсь на разведку, соблюдая осторожность. Лучше мне оставаться незамеченным, а если я обнаружу идолов или книги силунитов, вызвать подмогу и устроить засаду. Маска темного юстициара, давайте возьмем. Ну и копишку давайте тоже захватим, просто потому что можем. Но оно реально просто ржавое копье. Тогда выкидываем. Что у нас тут? Очередной беспонтовый сундук. Да. Ой-ой. Наряд тени. You see an old boot balanced upside down on a cobbler's knee as he taps the final nail into the new sole. Крестни. Ну давай подеремся, коли не шутишь. Есть попадание. Ау. А, походу, если они подходят прям совсем близко, то им слепоту дают, да? Видимо, да. Свободен. Блин, случайно эту лызельку задел. Упс. Готово. He sensed that this one was once a fisherman, taught by his father. She was a healer, trying to aid the wounded in the battle against the Sharans. But there were so many. You sense a faded in an army against Catherick Thorne. Victory seemed possible then. Вот в чем вопрос как бы заключается, да? Заперто, заперто. Ага, ну мы, получается, через другую сторону заходим абсолютно. Понял. Так, давайте скрываем. Забираем. Угу. Щит пряди мрака. О, как. Утверждается, что в основе этих щитов волоски из пряди, тайно срезанные у принца Марковорота. Именно поэтому они так приветствуют тьму. Держи. Плюс к скрытности модалы.
На мой взгляд, неплохой вариант развития событий. Ай-я, тихо. Все-таки дамажит, да? Так, получается, надо здесь опять использовать вот эту тему с колокольчиком. Какая грубая. Боюсь, я не знаю волшебных слов. Может, расскажешь? Sorry, baby. You gotta use your brain to get this boon, even if it's the size of a pea. Ribbit, ribbit, Rigoberto. Блять, я лягушка, чуваки, пипец. Ква. Жабс 2-3, тех. Так. Я все-таки настаиваю. Ох, доля трижды, моя дорогая славная фея. Молю, помоги. Я без тебя тут совсем пропадаю. Жизнь и здоровье ты мне сбереги. Сработало? Да. Сработало. Отлично. Что ж, заходим на территорию, получается. Так, там лунные башни, туда мы не пойдем. Нам сюда лучше надо идти, вот сюда, да? Поэтому давайте мы вдоль пойдем, наверное, вот этих руин всех. Начнем отсюда. Личина сожаления, о боже. Мне что-то не нравится то, куда я иду. Ну привет, личинка. Закрыта с другой стороны. А если я сломаю дверь? Нет, она прочная, она типа не продамажится, да? Понял. Я вижу на земле повсюду раскиданные монетки, но что-то мне подсказывает, что лучше их не трогать. Есть у меня такое легкое подозрение, знаете ли. Фирзум, эта паршивая крыса, снова взялся за старое, пытался проплыть мимо, не заплатив пошлины. У него с собой было полдюжины ящиков. Он правда думал, что мы упустим такой серьезный груз? Все доставить в конфискацию, и чтобы без шуточек. Мы на днях изъяли две чаши, серебряную и золотую, а они, судя по всему, отрастили ноги и ушли. Странно, да? Не хочу ни на кого показывать пальцем, но если обратно эти чаши не вернутся, Геренгот потребует ответов, и тебя нас спросят прежде всего. Что ж. Я лично считаю, что мы можем здесь взять и встать на более длинную паузу, в том плане, что мы уже стримим, получается, сколько? 4 часа в общей сумме, поэтому давайте мы, наверное, пока притормозим здесь наши трансляции на сегодня. Я пойду поем, передохну и, может быть, потом заведу еще один стрим где-то ближе к ночи. Ну а пока что, дорогие друзья, спасибо всем тем, кто заглянул на огонек. Рад был вас всех повидать. Не прощаюсь, но до новых встреч. Пока-пока.